В большом перечне премьер Брестского кинотеатра «Беларусь» нередко можно встретить ленты, которые действительно трогают душу. Афиша «Подольских курсантов» с первых дней появления вызвала интерес у публики. И не зря. История, рассказанная режиссерским языком Вячеслава Фетисова и Игоря Угольникова, удивляет своей простотой и человечностью. При этом в нее заложен глубокий философский смысл. Понимая это, представители Россотрудничества вместе с администрацией кинотеатра решили организовать показ ленты для студентов технического университета. Мы должны немедленно выдвинуться на Ильинский рубеж. До прихода основных сил задержать противника. Это 5-6 дней. Наши отцы и братья не жалеют своих жизней. Я тебя найду. Обязательно найду. Еще вчера они сидели за партами учебных кабинетов, а уже сегодня с оружием в руках защищают родину. Юные мальчишки, увидевшие жерло войны под Москвой в 20 с небольшим. В далеком 1941 из 3500 курсантов в живых после той страшной битвы осталось меньше тысячи. Сегодня на непростую судьбу молодых людей 40-х со стороны смотрят их сверстники, не знавшие тягот войны, ее боли, ее трагедии. Мы должны выстоять! Молодец, Лавров. Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы. 2 часа киноленты «Подольские курсанты» проходят на одном дыхании, однако оставляют такие впечатления и такие эмоции, что на глазах невольно наворачиваются слезы. Молодые мальчики, они даже жизни не увидели, они шли в бой за свою родину. Я рекомендую его к просмотру. Вообще, сам фильм о мужестве и героизме подольских курсантов, которые сражались за благо нашей родины. Военная тематика – это самая моя любимая тематика. Очень эмоциональный, атмосферный фильм, который передает все вот эти, всю эту войну, всю вот эту жалость к людям. То есть он очень эмоциональный. Момент, он мне задел тот момент, когда началась именно бомбежка с самого первой линии. Когда руководство Брестского технического университета, которые тоже пришли посмотреть фильм, когда ребята все это видели, ну, все это ощутили, все это прочувствовали. Я уверена, что каждый из них, наверное, еще глубже, еще больше начнет понимать всю ту трагедию, которую мы пережили вместе. Пережили наши народы и победили, несмотря на все сложности, которые были в то время. Это уникальный фильм на самом деле. Я думаю, что его нужно смотреть молодежи в первую очередь, потому что он доносит всю правду о войне. И вот такие совместные просмотры и такие киноленты, наверное, являются основным средством противодействия той фальсификации истории, которую сегодня, к сожалению, мы часто сталкиваемся в наше время. Уже скоро фильм «Подольские курсанты» появится в сети, так что посмотреть его смогут все желающие.